Клуб смешанных единоборств города Фокино провел очередную аттестацию по рукопашному бою. В течение года спортсмены готовятся и доказывают свою способность заслужить пояс. Данная программа была сформирована Высшим советом черных поясов рукопашного боя, да, которые считают необходимым для того, чтобы спортсмен знали навыки, акробатические упражнения, вот, которые крайне необходимы в борцовской технике, ну и также они необходимы в ударной технике рукопашного боя. Аттестация позволяет получать разряды, продвигаться по поясам и участвовать в соревнованиях Федерации рукопашного боя. Борьба развивает физическую выносливость, координацию движений, силу и гибкость. Это комплексный вид единоборств, который формирует не только тело, но и дух спортсмена. Я занимаюсь спортом, чтобы быть сильнее, круче и показать умение, чему я научился и чему могу. Спортсмены клуба не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к участию в международных соревнованиях в Китае. Там их ждут новые испытания, возможность помериться силами с представителями других стран и продемонстрировать свой профессионализм.